знаем, какие мы знаем звуки одним словом? Не-не-не-не-не. Гласные и еще какие? Согласные. Ну-ка, все мне. Какие гласные звуки? Так, подождите. Какие гласные звуки вы знаете? Еще. 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 Молодцы. А теперь скажите, какие гласные звуки, это какие гласные звуки? Я, не называйте мне. Это те звуки, что мы, как мы поем? Голосом. У нас есть преграда вообще? Нет, конечно нет. Нет преграды. А согласные звуки назовите мне? М. Еще. П. Д. Д. Г. Еще. Р. Молодцы. Эти Ромер и Саша ко мне. Дима. Так, а теперь задание всем. Придумайте слово, которое начинается на звук М. Мама. Мама. Мышь. Молодцы. Еще. Маска, молодец еще. А у нас девочка есть, которая. Маша. Маша. Так, хорошо, Тёма, ко мне сюда. Машина. Машина, молодец. А теперь все. Я не вижу внимания, не надо, ты балуешься. Мальчик. Молодец. Тёма, ой, этот Роберт. Лера, а теперь придумайте слово, я просто для вас говорю, что дома, которое, слово, которое начинается на звук А. Арбуз. Аня. Аня, арбуз. Александр. Александр. Алексей. Алексей. Алёша. Алёша, умница. Так, а теперь придумали слово, которое начинается, ну, иди ко мне, которое начинается на звук П. Папа. 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 Ещё. Папочка, это ты. Папа. Думаем все. Лаура. Яблоко, что ты любишь больше всего? С Илюшкой что вы кушаете? Пингвин. Пингвин. Ну, конечно, скажи громко. Что? Кот. Кофе. Лаура. Кофе. Что? Кофе. Она сказала кофе. Кофе. Подвал. Все, ребята, молодцы. А какие дикие животные? Медведь. Лиса. Лиса. Еще. Медведь. Все. Поиграем мы с вами. И волк, конечно. Подошли ко мне все, ребята. Ко мне все подошли. Так, мы поднимаем медведя в оборот. Да? Только будем движение делать, ребята. Сейчас, потом не стоим. Ничего, мы поиграем и со курятниками потом. Хорошо, Лера? Так, все, пошли. Не собрать. У медведя два бару. Забыли. Грибы, ягоды беру. А медведь не спит и на нас глядит. Что, убегай! Мамочка, уберите собой. Так, вот такие лодки. Так, хорошо, Тём, становись медведем, да? Всё, 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 всё. Всё, назад, Тёма будет медведем. Я лодочка, спасибо. Мама! Хорошо, и будет тот, кто выполняет правила игры. Так, все, говорим, я не слышу слова. Мы все четко произносим. У, Тём, иди туда. У медведя
вокруг грибы, ягоды, а медведь не спит и на нас глядит. Иди скорее, скорее! Да, ну хорошо. Давайте мы еще тогда у нас три медведя. Так, Лера, Дима и Аня. Все, они, да. Все, остальные, мы еще поиграем, ребята, вы же знаете. Так. Все, все. Так, ребята, мы последний раз и пойдем на площадку. Я сзади буду слушать, как вы выполняете правила. Вот я слышала, Лена выполняет правила. Владик молодец. Серафима говорит. Медведя грибы ищу, а медведь не спит и на нас глядит. Господанная. Так, ребята. Спасибо, Алина. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Так, значит, вот у нас, значит, сегодня так, подождите, подождите. Мы заходим с этой двери. Здесь у нас раздеваются девочки, здесь у нас раздеваются мальчики. Вот здесь у нас висят фены, которые мы сушим детей после бассейна. Да? Затем дети проходят в душ. Вот у нас душевые с этой стороны девочки, с этой стороны мальчики, с той стороны девочки. Мы сходили в душ, сняли всю свою пыль и проходим бассейн. Вот. Здесь у нас все приспособления для бассейна. Вот у нас по ступенечкам мы начинаем учиться плавать. Вот такая у нас красота. Thank you.
Спасибо.